Прогуляться теперь по улице, на улице будет комфортно и удобно. В Черкесске по улице Демиденко ведутся работы по благоустройству пешеходных тротуаров. С конца сентября в мэрии Черкесска были выполнены ремонтные работы тротуаров по улицам Кочубея, Фабричная и Космонавтов. За ходом строительных работ наблюдал наш корреспондент Алихан Лепшоков. Теперь по улице Демиденко Черкесска пешеходы могут достаточно легко и с комфортом прогуляться. Здесь ведутся ремонтные работы по установлению пешеходных тротуаров путем укладки асфальтобетонной смеси. На данный момент полностью убрано старое покрытие асфальта, установлены бордюры и идет трамбовка щебня. Представитель управления ЖКХ мэрии Черкесска уверен, что новые тротуары повысят качество жизни горожан. На сегодняшний день выполнены работы на трех участках улиц. Это Кочубея, Фабричная и Космонавтов. В данный момент выполняется ремонт тротуаров на улице Демиденко. Также до конца ноября месяца 2020 года планируется ремонт тротуаров на 11 участках улиц. Также в следующем году планируется ремонт тротуаров на центральных улицах города Черкесска. Это Кавказская, Парковая. Там будут тротуары укладываться тротуарной плиткой. Для нас, пешеходов, обустроенный тротуар необходим. Теперь здесь можно спокойно не только пройти, но и даже погулять с детьми, отмечают жители республиканской столицы. Новые тротуары уже проложили по улицам Кочубея, Космонавтов и Фабричная. Новый современный тротуар является залогом безопасности пешехода, особенно там, где много проезжающих машин. Горожане рады, что руководство республиканской столицы уделяет огромное внимание благоустройству Черкесска. Я так думаю, город без тротуара – это не город. Тротуар очень нужен людям, которые ходят, кто-то на работу, кто-то в магазин. Это обязательно. Это комфорт. В любом городе, в любом селе должны быть тротуары. Это очень приятно по новым тротуарам ходить, не спотыкаешься. Поэтому очень все прекрасно. Мне очень так понравилось, все ровненько. Вот. И благодарю людей, которые занимаются этим благоустройством города. Также до конца ноября планируется выполнение работ по установке новых тротуаров на 11 улицах Черкесска. Алихан Лепшоков, Роберт Джигутанов, Вести, Карачаево, Черкесия.